Здравствуйте, друзья. Вы можете сказать, вот Михаил сидит у себя в офисе. А почему, собственно, не одеть бы ему какую-нибудь шляпу? Что, у него же шляп не осталось? Или, может быть, новые не поступают? Друзья, шляпы есть, новые поступают. И, в частности, я сейчас демонстрирую вам новую поступившую шляпу. Вот давайте я ее, может быть, возьму в руки так, чтобы вам было видно хорошо. Вот поступила новая шляпа. Вы можете сказать, а что, собственно, вот можно ли ее одеть на голову? На голову одеть нельзя. Но понятно, что это шляпа, вы видите. Вы скажете, а что в ней налито? Это чай, может быть? Так, Анна, ну вы уже знаете, что там. Если вы вот сюда посветите, вот сюда приблизите, там будет написано, что это. Это, друзья, текила. Текила. Мы ее еще не пробовали. И даже я не уверен, будем ли мы ее когда-то пробовать, потому что, скорее всего, мы кого-нибудь, наверное, подарим, да, эту штуку. Нет? Ну, это ж ваша. Ну, наша, да. Ну, я не знаю. Ну, а может быть, так будет стоять в офисе для фану. Давайте мы покажем ее с той стороны, эту штучку. Значит, смотрите, тут есть две стакашечки. Вот они тут скотчем приделаны, скотч. Вот, а в принципе, эта вещь, она как бы уже сразу с посудкой. И вот тут, честно сказать, я дизайна этого не понял. Но тут есть вот какой-то рычажок, вот тут, видите, да? Так я боюсь его нажимать, не знаю, как оно работает, но, видимо, надо что-то отодрать. И совершенно очевидно, что сливается оно снизу, вот отсюда. Ну, в смысле, если мы перевернем вот так, то сливаться оно должно снизу. В принципе, можно, конечно, слить, выпить, залить чайком разбавленным, да? Тут даже крепкий чай не нужен. Хотя, если залить крепким чаем, будет ощущение, что коньяк. Точно. Правда? Вот не знаешь даже, что лучше, что хуже. В общем, что я хотел сказать, друзья. Мир шляп очень разнообразен. Вот давайте, Анна, давайте, может быть, так покажем еще раз. Вот так его, как он на столе стоит, красавчик. Вот. И пожелаем нашим зрителям, да, пуд соли, чтобы так... Вы знаете, как текилку, да? Анечка? Да, да. Пуд соли, чтобы всегда было... Ну, щепотку. Пуд-то это. Пуд, чтобы всегда щепотку и так, и туда. Вот, чтобы у них всегда в доме была текила. Вот, текила лишняя не бывает. Вот, текила, соль. Что там еще надо что-нибудь? Лимон. Лимон. И хорошее настроение, чтобы хотелось текилу с солью и с лимоном. Счастливо.